Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо вам, что вы пришли на наш премьерный концерт. Мы подготовили новую программу, которая называется «Бах, человек и пароход». Вот, в которой, как вы понимаете из названия, будут звучать песни о пароходах, о лодках, катерах, плотах, разных плавсредствах, в том числе песни, которые не напрямую связаны с пароходами, такая околопароходная тематика. Поэтому мы как бы старались эту программу построить в двух отделениях. Кратко расскажу. В первом отделении мы представим четыре наших песни и послушайте наших замечательных детей, которые тоже несколько песен споют. А после перерыва будет второе отделение, где мы споем остальные наши песни и наши приглашенные гости, которые постоянно к нам приходят и поют у нас в концерте, тоже исполнят для вас несколько песен. Нас шестеро. Мы именуем себя хором, Бардовским академическим хором Хьюстона, поэтому петь, как вы представляете, мы будем достаточно громко. Поэтому большая просьба, не забудьте включить свои мобильные телефоны после концерта, потому что вы их все равно не услышите. Ну и засим, я думаю, мы начинаем. Итак, позвольте вам представить наших певцов. Андрей Мадьяров. Настя Белова. Ольга Вайнер. Анна Фролова. Игорь Муратов. И Вячеслав Подвалецкий.